Но потом он сочинял, причем я-то знал, что это такое, чего. Вот сидим в бане, он чешется. Знаете, откуда это? Шрам-то. Делаю, куш не знает. Кто же знает, Борис Николаевич? Все ЦКБ только, все. И по России, больше никто. Это правда, что Да однажды... нет, помните, когда вот я тогда еще один-то был, вот, в переходе шел однажды из магазина вот, к себе. Когда в магазин ходил. Тут как старик ходил, но ничего не покупал. Вот. Меня, сволочи, хотели мне организовать этот Крючковский. Ножом мне. Слава Богу, я отбился, но вот зацепили ребята. Потом эта история была примерно такая же, но в другом месте, что это где-то вроде Госплана. Потом вроде Госстроя вообще-то. Но он сочинитель был, любитель сочинять. Это правда, что... Артист был просто прирожденный.